authorities as regards basic democratic structures and respect for fundamental OECD commitments and Council of Europe standards, since these deficiencies were done. The 2001 presidential election process failed to meet the OECD commitments for democratic elections formulated in the 1990 Copenhagen document and the Council of Europe standards. Essential leadership by to the Belarus civil society and democratic. A campaign of intimidation directed against opposition activists, domestic observation organizations, opposition and independent media, and a smear campaign against international observers. Наш народ сделал свой выбор самостоятельно, без давления. Наш мудрый, спокойный, трудолюбивый белорусский народ. Люди не поддались на интриги и авантюры. Они остались верны избранному курсу эволюционного развития страны. А во-вторых, отвечу вам чисто по-человечески. Ну неужели же вы думаете, что приехав сюда, в нашу страну, они скажут только о позитивном? Конечно же, они будут говорить и о негативном. Тем более, ну что там греха таить? Больше 10 миллионов населения. Огромная страна, две трети Германии размером. Конечно, где-то были какие-то шероховатости. Не без этого. Но надо иметь в виду, что эти недостатки или шероховатости, о которых вы говорите, мы их абсолютно не собираемся отрицать, если они и были, они не повлияли на итоги президентских выборов. Я считаю, что в первую очередь, конечно, не признание выборов, и во вторую очередь, так сказать, консолидация общества, вывод людей на митинг. Ну, самое главное, это не признание выборов де-факто и де-юре.